Месопотамия. Весна 1918 года. Весь мир охватила Великая война. В пустынях Ближнего Востока арабские племена взбунтовались против своего давнего угнетателя – Османской империи. Чтобы подавить восстание, османы задействуют свои новейшие технологии. Артиллерийская, авиационная и броневая мощь империи обрушивается на повстанцев, которые воюют верхом на лошадях. Томас Эдвард Лоуренс, находчивый британский офицер, сотрудничает с небольшой мобильной группой повстанцев. Они не могут противостоять османской армии в открытую. Им надо найти другой способ. Аравийская пустыня. Огромный океан летучего песка и выжженные солнцем камни. Под бесконечными дюнами нефть, черное золото. Кровь нашего нового механического века. Более 400 лет этими землями правила Османская империя, контролируя все, что там есть. Но у империи есть свои враги. Небольшие отряды повстанцев-бедуинов объединились, чтобы сбросить власть империи. Они нападают без предупреждения, затем исчезают в пустыне. На их стороне сражается один британский офицер, чьи дела принесли ему широкую известность. Мир привык называть его Лоуренсом Аравийским. Ничто не предначертано.